спешу уведомить вас, достопочтимый отцы фарисеи, что некто Иисус Галилейский, учитель капернаумских рыбаков, прозванный в народе Христом, распят в канун Святого Дня Пасхи. Многие считали его святым, ложь, господа. Он был преступник. Сердце боль, чем ее измерить? Хлеб да соль. Свет выстрелит кто? Гость монет, взгляд Искариота. Поле ждет, много ли посеял? Ночь идет. Гонит их за Пасхой, а весна на дороге Пасхи. Скрытых в вашем лике. Дорогу в вечность, а в ответ крест ему на плечи. Он завет щедро недостойный, а в ответ по гвоздю в ладони. Он простит, добрый не погубит. Неизменно прав, смерть святым, милости ворам. Боль есть боль, чем ее не мерить?